как бы все сказано очевидно. Это... В смысле? То есть вы типа... Я ни хера не понял. В чем суть быстрого боя? Все, типа таймеры нахер? Ой. А деньги-то не нахер. Таймеры туда. Просто нихуя не может на стадии. Может, может. Просто по те 4 выстрела ласки вошло. Не, блять, имеется в виду, что по нему, блять, штук 5 плазмы зашло. Бейнблейд, ты чё-то надеялся. Блять, может не больше знать, на что мне надеяться. Это как бы, блять, ну мод. А он сейчас покажет себе, подожди. Он до редак мой выйдет. Да, словит 150, блять, плазмы. Точнее, ласки и всё, блять. Давай! Долби, пока долбится. Так, что у меня есть? Терминаторы! Чё? Где? У меня, да? Да? И тут? Да, вижу, вижу. Красная херобора. Где терминаторы? Я их жду. А, вот и где! Привет, ребят! Блин! Больные ублюдки. Плазма перелетела. Я видел. Господи, да сдохни ты, долбанный дредноут, ты ему окоп вырыл. Я. Да не ты. Так, все, с этими глиными местами разобрались. Во-во, полегче, а ты еще кто такой? Ну вот почему я, блядь, говорил, не надо быстрый бой. Чего? Ну чё, Кустоди, доволен? А да, доволен. А почему ужасы Динча так дорого стоят? Потому что они ужасные. Так они ж слабенькие. Не-не-не! Блять, хватит про оригинал вспоминать уже, заебал, и все по-новому. Ты веришь? Ебать, чё это за армия топотунов? Что старое здесь, Джим? Чё? Я не спорю, здесь старенькое тоже что-то осталось, то, что мы не меняли. Потому что просто руки еще не дошли до этого. Армия топтышей, блях. Может, это быстрый будет. Посмотрим, что эта херня умеет. Так, давай. Настя, это весело вышло. Понятно, короче. Эй, полегче. Охеренная у меня самая фигня, плазма, даже не может убить, плазма на миллион. Да убейте в ТВ! Какого лешего, она полетела в неё, блядь. Потому что Мельта! Не ожидал Гука, а? Да, не ожидал. Высадились? Да, высадились. Могу с лесами чиниться у Лендака? Они сами чинятся. У них автоматический ремонт. О, отлично. Блин, как же меня бесит этот дредак в ямке. Какого хера он там делает? Вылезай. Что-то я не могу понять, почему Лендак до сих пор жив. Ну, потому что он не мёртв. Что не так? О, я так же... эта херня жива, что ли? Она стреляет по мне, ё-моё. А, это мелкаш снизу. В смысле он выдержал? Мог. Он, блядь, лёжа стреляет. Это чё за варфейс?
Терминатор. Терминатор с плазмой. Раньше такое было? Что-то не помню. Он выдержал два прямых со сдвоенной плазмы. Баски. Ой, ну да. Волюм и что ты хочешь? А настраивать их заново, это надо иметь оригинальные файлы, файлы разработчиков, а их у меня нету. Так-то это быстро на раз-два наделается. Ох, просто выставляешь более точные волюмы и сдаешь им значение. Типа так просто? Вот создать волюмы с нуля, точнее модель, и на них уже волюмы натянуть, это да, это проблема. Какие в жопу гранаты, отвали. Волюмы, по сути, это примитивная геометрия, натянутая поверх самой модели. Которая засчитывает пробой. Во-во, полегче со своей... На тебе гранаты! Идите на жертву с улыбкой! У нас тут какой-то сверхагрессивный криговец. Мама. А ты видел где-нибудь мирных криговцев? Не уверен. На криге. Да. Младенцы, когда спят за банок стенки. Я теперь чуть получше пиздитов, то мне снес это мщение. Кого? Мщение. Чё за мщение? Чё уебок не ждал? А чё за мщение-то? Ландспидер с плантами. Ма. По сути, ландспидер. Так... Каких же шмоголов? Пиздец. Сдохло. Компали. Термоса. Брудака. А, у меня я тоже дырдак в ямке застрял. Вау, я не знал, блядь. Что это за MLG так? С разворота по земле и с плышой по бордосу. Жёстко. Да, кстати, сплэш дэмэдж появился у этих кулаков. По идее. У кого? У кулаков вроде бы сплэш дэмэдж добавился. Маркс его сделал. Ну, то есть, типа, что ты ожидаешь, когда вот такая дубина по земле бьет или по гварду? Плюс гварди. Она же не просто бьет, у нее там еще какой-то эффект. Силовое оружие, что-то хочешь. Да. Не, Vengeance. Просто терминатор, самый дредноут в огонь. Прикольно он дергается. Выпустите. Тём, не достал дрено. Пригнали гвардию с мельдоганами. Все, все проблемы решены. Нет, ничего, по таким... Всё, жду, когда же до меня придёт сраный... Ран, просто. Ты мне спонсора выбил? Доброе утро. Здрасте. А я ездить могу? Не, я не могу ездить. Да. Я думаю, что он не стреляет по противнику? Так просто отдыхает надо. Я удивляюсь, почему-то Ландак до сих пор жив. Сила императора. Императора. А, стоп, я же за хаос играю. Ну ладно. Императора так императора. Херстин. Протарань его, ёб твою мать. Не взрывают от тарана. Разве? Наверное, да. Настоящий криговец. Пришел, увидел космаря, дал бы в морду, ушел. Это тебе за враг, мразь. А что там произошло? Да, видишь ли, на Враксе появился Альфа-Легион и... Появилась весьма щекотливая ситуация в риговцах. И тут пришли темные ангелы. Услышали про Альфа-Легион, подумали, а вдруг там темный? Им предложили повоевать, те отказались. И те прям десантировались в космопорт
хаоситов. Нет, это было до этого. Нет, космопорт хаоситов. Там повоевали, опиздюлились и удрали. Нет, они лишь ранили лорда. И все. Что это за машина? Сколько он попаданий выдержал уже? Сила императора. Ой, блядь. Мне интересно, сколько там волюмов у Ландака. Не, ну ты куда уехал? Я понял, я повышаю плазме кумулятивный эффект. Просто у меня освещенная машина. Специально освещенная. Да, это все нормально. Я вообще удивлен, почему параша это выдержала, наверное, попадание 10 как минимум с плазмой. Когда, блин, у Беня, не знаю, там, с 6 выстрелов, что ли, дох. Или с меньшего. Не особо освещенная машина. Еще с Ереси Хоруса освещение не слезло. Уже с Ереси Хоруса там техники не осталось. Оружие, да. Техники. Не скажи, во времена Ереси Хоруса столько ли ландаков захватили, что до сих пор ими сражаются. Почти не осталось. О! У нас тут оказывается терминатор! Гук засел! Где? Только заметь. Смотрю, из дома вылетает гвардеец. Вырубай его и о, вы снизили цену обычному ландаку с огнеметом. Прикольно. Сам бы он вообще убрать. Ты какой-то слишком ярый антикосмарь. Не, ну ты видел, а? Чё? Смотри, терминатор всех расстреливал. И прям к нему подбегает криговец, хватает мельтаган и расстреливает его. Прямо у его ног хватает мельтаган. И в упор. Ну, гвардейцы. Криговец. Удивительные существа. У меня дредноут идет, и мне страшновато как-то. Что-то он как-то с недобрыми намерениями, мне кажется. А, не страшно, пусть идет. Здесь десяток мельтаганов, мы его ждем. Так что ты не бойся. Спасибо, Строс. Ой. Строс? Что это за хуйня? Освещенная машина императора. То, что она перешла в руки хаоса, еще ничего не значит, они все еще видят. Ебанина выдержала, блядь. Сколько раз ты по ней Марксом гнул? Ну, раз 4-5 будет. Такое бывает, когда техника вообще ничем не тот не может. Просто у меня лояльные хаоситы. Император это оценил и оставил им освещение. Все логично. Просто не понимаешь. Живучий трюдак. Мох, блять, мох. Вроде бы пиздатая хуйня, но вот когда такое происходит, просто начинаешь ненавидеть себя. Никуда не настроено. И не и проверялось. Интересно, а второй мой лендак также сама освещен? Или у него с освещением поскуднее будет? Лендаки! В атаку! Давай, где твой Бейнблейд? Ну, зачем? А. Короче, мы можем... Ну опять! Я прибил 2.5 раза больше. Опять. Ну и чё? Зато я хорошенький. Ну ладно.